Это СБ ТВ, меня зовут Роман Шаповалов. Мы сейчас находимся на Рижке, где проходит чемпионат России по баскетболу 3 на 3 среди студентов. И к вечеру уже мы узнаем чемпионов. Настроение отличное, приехали за победой, всех выиграть, показать себя. Также мы представляем свой универ, естественно, да, как бы. Поэтому только-только первыми хотим быть. АСБ чемпионат России 3 на 3. Несмотря на то, баскетболисты продолжали играть, ведь около 50 команд сегодня на Рижку приехали, чтобы победить. Наверное, немного непривычно в пятницу играть в стритбол, обычно всегда все проходит по выходным. Настроение баскетбольное, да, немного погода подпортила, но ничего, сыграли первые игры, я думаю, все сегодня. Итак, как вы видите, уже площадки подсохли, и у нас вовсю идет плей-офф. Я как Миша Гюнтер в русском рэпе. Мой баскетбольный мяч в виде дисков твой атаки сын. И мой слэм-данк — это следующая строчка. Я за оранжевый мяч отдам свою левую почку. Сертификат на рубеже предоставил магазин Black Star, основателем которого является, я уже говорил, небезызвестным тем человеком, позиционирующий себя как музыкант, ну и в принципе хороший человек. Вот. А как и обещал, пожалуйста, сертификат. Групповой этап и стадию плей-офф в женском финале встретились команды из Питера и Краснодара. Оставив прошлогодних чемпионов и всех москвичей позади, баскетболистки с юга и севера нашей страны вышли на площадку доказать, что именно их команда является лучшей студенческой сборной России по баскетболу 3 на 3. Питер сразу показал свой характер, забросил 2 очка и вырвался вперед. Дальше игра у девушек северной столицы не ладилась, а кубанские баскетболистки наоборот сокращали разрыв, а позже и вовсе вырвались вперед. 5-2. Уверенно играла Мария Хомич, а ее атаки то и дело отдаляли Питер от заветного первого места. 10-5. Победа за Куб ГУ. Чемпионство из Казани переезжает в Краснодар. Хорошие условия, приехали много людей, интересно, много сильных команд. Настраивались на самом деле очень долго, тренировались. И приехали и просто выиграли. Просто доказали, что есть такой университет кубанский, что он может просто карать людей. В мужском финале встретились Рубук Смит и МСХ, обе команды из Москвы. МСХ второй год подряд пробивается в финальную часть турниров. В прошлом году они проиграли команде из Твери. Как говорят сами баскетболисты, финал 3 на 3 подогревает и то, что в сезоне РГУФК обошел МСХ в дивизионе Москвы. Команды вышли на матч с боевым настроем, но в первых атаках РГУФК провалился, а МСХ наоборот держала все под контролем. Лишь проиграв 4 очка, РГУФК опомнились и подряд забили 2 дальних броска по 2 очка, но позже разрыв в счете увеличивался. МСХ буквально не давала развернуться соперникам. Точный дальний бросок за минуту до конца лишил РГУФК победы. МСХ чемпион 2014 года. Okay, not ready.
till you can't go no more. I'm ill times ill, dope plus dope. Westside bitch, quote unquote. Whoa there, boy, don't go there, ho. If you cross that line, I might overload. I swear these lights, lights, lights. Сейчас мы все это пока осознаем. Я думаю, к вечеру мы осознаем, что все-таки с нами произошло, и уже будем основательно готовиться. Сезон проводили точно так же в штатном режиме, как и в том году. Мы попали с Рубовком, это было непросто, потому что мы проиграли им на СБ, вот, старые счеты сводили. Да, была особая мотивация взять реванш у них за поражение в четвертьфинале и не выход в финал четырех московского дивизиона СБ. Атмосфера того, что здесь были не случайные команды, что здесь были не случайные люди, а именно те люди, которые именно болеют идеей студенческого баскетбола, приехали из других городов, Питер, Казань, Тверь и многие другие. Это очень приятно радует, что люди откликаются на наш призыв, так скажем, АСБ, приезжать, участвовать, и это очень-очень здорово. Это был чемпионат России по баскетболу 3x3 среди студенческих команд. Вы смотрели АСБ ТВ. Ну что ж, до новых выпусков!